17 мая, 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит, и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль.
боится ворон! Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней! Или хотя бы до завтра! Сейчас разорвется!
Что за черт? Бегель, сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Thank you.
Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Июня 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился, но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой?